Bottles on the floor, models on the dresser. See you through the smoke, took you out the Tesla. Never seen a ghost, only got one question. Where you wanna go, where you wanna go? Another summer in the snow, getting hectic, I'll be doing the most to impress ya. But I heard that you was a finesse. You'll be getting low, 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 low. Everybody know. Здравствуйте, меня зовут Андрей, я исполнительный директор. Отдельное производственное подразделение ООО «Эцетера». Мы изготавливаем вот такие караваны на колесах, различные модификации, различных размеров. Мы начали работать недавно, всего лишь в октябре прошлого года. Мы уже в состоянии изготавливать до 10 таких прицепов в месяц. Мы были в Дагестане, мы были сейчас в Казани, это Булгар. Вот приехали сюда. Зимой были в Сочи, да, отдыхали-то и там были, в горах. То есть проходимость этого прицепа позволяет клиренс 45 сантиметров. 45 сантиметров. Здесь резина жгут у всех. Резина жгут, да. Мы разработали новый вид прицепа, то есть тележки, независимая подвеска, рычажная, вот, которая будет выдерживать, может выдерживать намного груз намного тяжелее, чем сами по себе вот эти прицепы. И мы будем двигаться, ну, если к увеличению размеров потребуется, можем двухосные делать, прочее. Но в настоящий момент самый оптимальный вариант считается категория Б. Все спрашивают, а как же нам на любую машинку? Наш самый большой прицеп весит всего 746 килограмм, проверено. Это до килограмма с заправленными емкостями. Модель 320 ТАП. Цена его 1 545 000. Значит, он двухместный. Опять же, при наличии в нем душ, туалет, обогреватель, водонагреватель, холодильник. Значит, вот эта комплектация входит в комплектацию практически всех наших домиков. Значит, 290 трехместный, другой компоновки. Его цена ровно столько же, 1 545 000, потому что все зависит от технологии производства, от изготовления. То есть здесь технологии немножечко посложнее. Вот, тут, значит, и наш самый большой четырехместный 390Т. Его стоимость 2 110 000. Ну, необходимо вам пройти, наверное, посмотреть то, что там внутри. Блин, здесь прикольно. Это... почти как было у нас. У нас был Quake Junior в свое время. Маленький пластиковый немецкий прицеп. По размеру он, ну, плюс-минус то же самое. Но за счет того, что в таберте вот здесь P-образно сделано, то кажется, что места больше. Ну и сидеть комфортнее. Плюс здесь полки. А за моей спиной, я так понимаю, тоже типа рундука. Там еще, да. То, типа, но он тоже снаружи не открывается, открывается отсюда. Только изнутри. Только изнутри. Ну, мы сейчас находимся в модель 320Т. Здесь довольно-таки просторная кровать. Здесь кровать, по-моему, почти 2 метра. Очень широкая. Это все раскладывается. У нас здесь планар, отопитель 2-киловаттный. То есть дизельное отопление. 100-амперный аккумулятор. 100 ампер часов гелевый, то есть тяговый, не стартерный. Это время года, это лето, это время вверх. Ярких красок. Еще, это, да, вот и закрыли. А потом поворачиваю сюда. Да, она с двух сторон еще, и там еще два замка. Ну, у нас опять люк, как бы, и все остальное. И потом просто опускаю, правильно? Да, нет, а можно снизу поднять штору, ну, которая снизу, штурка, да, жесткая будет. Извините, продолжаем. Мы находимся на слете шумном, люди веселятся, люди отдыхают. А вы заметили, что здесь прохладно по сравнению с на улице солнце, а здесь прохладный потолок, не горячий. Изготовлено это из экструдированный пенополистирол 45-й плотности. Все модели собираются станки ЧПУ, клеится, склеивается все вакуумные столы.
Все сделано настолько проще, что это невозможно ни сломать, ни... Ну, конечно, сломать можно все. Вода, запас воды какой? Вот здесь запас воды 50 литров. Серой воды нет? Серой воды нет. Угу. Серой воды нет, потому что это в основном, ну, природно... Я скажу, не Красную площадь, мы там ведерко с собой возим. Когда приезжаем на Красную площадь, у нас есть ведерко. По поводу автономности, солнечных панелей нету? Солнечные панели мы можем установить. Дополнительно. Но, честно говоря, я как практик, да, 40 лет рыбалки, охотки, охоты и прочего, да, генератор лучше всего. Проще, ну, везде есть. Солнечная панель, она, ее работоспособность, к сожалению, невелика. Ну вот невелика и все. Ну да ладно. Да, это попадаешь на неделю в Карелию на дождики и думаешь, все, пропал. А генератор это немножечко лучше. Но хотя в то же время мы их устанавливаем, да, но это будет как опция просто-напросто. Вся мебель, вот это все сделано из облегченной панели, которая это либо Сейба, либо Тополь. Которые в 2-3 раза легче обыкновенной фанеры. Почему у нас такие легкие? Вот, покрыта ашпель пластиком, который не промокает, не это самое, не дает, не ведет. То санитарная зона, здесь она чуть-чуть поменьше, конечно, чем в четверке, да, но она, тем не менее, довольно-таки удобна, можно использовать, опять же, в любых условиях. У нас на сайте есть указаны планировки, указано содержимое, все, да. Вот, если человек скажет, я не хочу туалета, хочу душ, не хочу вот этого, не хочу, мне не нужен холодильник, либо я хочу холодильник больше, мы можем эти полки убрать, мы поставим сюда такой нормальный холодильник. То есть, соответственно, от этого будет немножечко цена? Конечно, цена будет варьироваться в зависимости от стоимости. Здесь стоит бойлер, внизу стоит. Здесь есть горячая вода, значит? Здесь есть горячая вода. Вот, это вы не сказали. А я еще не дошел. Ага, все, да. Ну, мы сейчас с вами пойдем в четверку. Ну, как бы, в ней удивитесь еще больше. Я как бы, ну, видел на картинках Таберта, они мне нравятся внешне, да? Вот? Внешне, да, но это... знаков, что нужно забирать этот прицеп. Не знаю, зачем. Да. Да. Понимаешь? А что это значит? Это с Татарстана. Это мы были это самое, на фестивале. Наш номер 13. Это из Татарстана. Это были на... это Казань. У нас первая была съемка, первое открытие было у Казанского Кремля на Большой площади. Эти прицепы все имеют электронные ПТСы, имеют свои ВИН-коды. В ПТС он прописан как прицеп жилой модуль. Вот это рассчитано для того, чтобы для большей герметичности шкафа. То есть вы сюда попадаете, сюда не попадет ни муравей, ни муха. Если это все закрыть, и пыль туда не попадает. Если где-то забыли на дороге закрыть окошки, все, сюда ничего не попадет. Там у нас находятся рундуки. Здесь специально, вот специально по заказу трудящихся, да, сделали вот это вот. Вход в этот рундук для чего? Для того, чтобы можно было, не заходя в прицеп, что-то бросить сюда, там грязную обувь, ну или что-то, чтобы сюда не заходить в грязную обувь. Остальное также он открывается отсюда. Это удобно, это удобно. Ну, здесь вот шкаф для одежды. Правда, здесь рюкзак лежит, но я думаю, что... Ну, показано, сколько мест, на самом деле. Нет, здесь есть вешалка для, это самое, для одежды. Ну, так как мы люди походные, да, то вешалку... Смокинг я оставил дома. Полка. Вот это. Опускается. Превращается. Превращается в кровать. 1,94 м на 70 м. Выдерживает 140 кг. Вот эта полка
выдерживает 140 килограммов. Залезать в нее как? Значит, залезать. Ну, под заказ мы делаем. Только дети сюда залазят на раз-два. Я специально детей. Как сюда дети залезут? Дети наступают сюда, хопом здесь. Ну, хорошо. Можно убрать планку вот эту. И вы хотите, чтобы я сюда залез? Да. Ну, вы меня гоняете. Пожалуйста. Все, да, то есть... Здесь есть освещение индивидуальное. Ну, если почитать, там что-то сделать. И чтобы я по пьяни не вывалился, я себя могу взять, закрыть. Обезопасить. Все, я отсюда уже не вылезу. Блин, ну... Это демонстрация, так демонстрация. Собираюсь таким образом. Эта подушка сюда. Эта подушка сюда. Там уже собрано. Берем столик. Одну секунду. Одеваем его. Вот так. Нажимаем кнопочку. Ай ты, ёлки-палки. То есть вы компания из четырех мужиков едете на рыбалку и спокойно... Нет проблем вообще. Нет, сюда можно несколько компаний, можно и 5 человек. Потому что здесь 1.50 м, извините меня. Вы Колю видели? Да. Вот он, жена и их малой, они спали... Мы берем про четырех мужиков. Нормально. Таких, да. 4 точно сюда. Но если европейские мужики... Человек 8 можно было поместить, но вы упустили свой шанс. А китайцев-то сколько? Ну, европейские мужики упустили свой шанс и не смогут насладиться здесь нахождение. Пусть приезжают, продадим. Если таможня пропустит. Клиренс у всех наших прицепов на настоящий момент вот 45 сантиметров. Следующий прицеп будет, он уже будет 55 сантиметров клиренс. Но у нас перестановка вот этого замка на фаркоп 4 положения. Высоту, да. То есть его можно изменить. Дело в том, что вот эта вот тележка, она сделана наш... Абсолютный расчет наших чертежей. Ее сделали. Мы на Алко только устанавливали резиножгут немецкий. Вот. И он сделан на болтовые соединения. Вы же понимаете, самолеты-то не варят. Если у вас прицеп, вы купили сварной, вот эту сварную тележку, да, сваренную вернее. Вы ее на нее поставили, думаете, что если где-то лопается сварка, то она лопается навсегда. Это нужно все разобрать, собрать, где-то в поле сварить. Здесь все болтовые соединения. Поэтому... Она, как любой автомобиль, который собирается на точечная сварка, либо болт. Самолет собирается, заклепки, не варится там ничего, иначе все развалится. Поэтому у нас вот это мы даем гарантию на его крепость. Ну, я не знаю, что нужно сделать, чтобы пройти краш-тест, который бы его развалил. Хорошо, гарантия же есть какая-то на прицепе? Ну, гарантия, техподдержка, что вы хотите, что подразумевать. Если вот эти электрические части, да, которые мы покупаем, то это гарантия завода-изготовителя. Если, допустим, отошла мебель там или еще что-то... Это мы восстанавливаем моментально, но этого, я вам честно скажу, этого не произойдет. У меня пока такая информатика не набрана. Но я вам даю гарантию, что такого не случится. Здесь принцип сборки, его такого, что здесь нет металлического каркаса. Здесь металл, только рама. Здесь пенополистирол. Пенополистирол, вот это все склеено. Внутри есть закладные, которые необходимы чисто для того, чтобы закрепить мебель. Сделать внутренние какие-то, так назовем их, шпангоутами или закладные, да, которые держат вот эту крепость. Это все свинчено, скручено. Причем все, скажем так, даже если где-то что-то скручено, все наши детали делаются на специальном клее. А клей мы разрабатывали в течение 3 месяцев. Не разрабатывали, мы выбирали. Ну, приходилось выбирать. Потому что один высыхает, другой трескается, третий там то и все. То есть использовали в различных условиях. В течение 3 месяцев мы подобрали те клеи, которые необходимы для склейки здесь, для склейки там, для стыковки всех деталей, чтобы они не шевелили, не шелохнулись. Ну, и после этого мы даем гарантию. Пойдемте в следующий прицеп. Пойдемте. На скидке на всех окнах, на всех дверях и, соответственно, на всех люках. Он не маленький. О чем я и говорю? Он короче того таба на 30 сантиметров. Да.
Здесь, там нет вот так дивана. Но здесь есть, вот это поднимается, как в четверке, я просто не хочу сейчас здесь все разобрать. Не. Тоже выдерживает 140 килограммов, тоже защита от выпадания. Мы проверять не будем, мы видели все нормально. Да, по итогу у нас получается так, что в длину этот прицеп у нас 2,90. Правильно я сказал? Да. Да, 2,90. Это, в общем-то, размер практически любой капли. Но вы стоите в полный рост, у вас есть уборная комната, извините, там есть туалет, и там можно помыться. Чего нету, ну, ни в одной капле, будем честны. Ну и три полноценных места здесь все-таки спальных для взрослого ребенка, либо мужика. Также у вас кухня внутри, холодильник, все. Единственный, может быть, кому-то минус, да, и кто-то больше любит капли из-за того, что у них кухня снаружи, но это все иллюзия, и, ну, мы говорим опять же за себя. Дождик ставит свои точки над «и». Да, то есть, когда вы едете куда-то, как мы ездили зимой, допустим, там, в Адыгею, на улице стоять, что-то готовить, желания у меня не было никакого. То здесь приготовил, руки помыл, сам помылся и пошел гулять. А, вот, кстати, я вам еще один секрет открою. Именно вот в таком прицепе при температуре минус 15 на улице и после где-то час с небольшим прогрева вот этой печкой, да? Вот, я здесь спал всю ночь. Час с небольшим прогрева. И я так вот прям на это самое крутился одеялом спал. Ну, сделан хорошо. А эта цена на этот? Точно так же, как этапы. Есть внешний душ, хоть в одной модели? В этих нет. А вот в маленьких есть. Здесь же, зачем здесь внешний душ? Не, ну мало ли. Я вижу, здесь без проблем открывается окошко, шланг вытаскивается и, блин, да. И там шланга хватает для того, чтобы на улице помыться. Ну, потому что многие не хотят лить внутри. И почему, зачем лить внутри, если можно помыться снаружи? Здесь все. Сливается все. Не, я вижу. На нашем сайте, да, я написал инструкцию, как правильно загрузить прицеп для того, чтобы правильно ездить, чтобы его не шатало по дорогам, не расшатывало, чтобы можно было, может быть, превысить скорость местами, там, где это позволяет, да, дорога и отсутствие камер. Вот. Но самое главное о том, как он загружен. Вот этот прицеп сам по себе весит 540 килограмм. Вот это всего весит 540 килограмм. Это с водой уже укомплектованный? Это укомплектованный полностью. Это многое значит, хорошо. Вот, поэтому насколько его загрузите, дело в том, что само прицепное устройство рассчитано на 800 килограмм. Здесь большой рундук, большой, ну здесь бросили ключ. Под той крышкой находится бак с водой 50 литров с погружным насосом, зимний слив. Если вдруг зима наступила, там вам нужно слить воду, с самой нижней точки открывайте кран, вода сливается вниз. Это во всех прицепах так. Здесь довольно-таки большой рундук. Аккумулятор. И планар. И вся электрика. Предохранители, выключатели, все. Здесь просто рундучок. Чисто такой, пустой. Если у вас что-то вымазалось. Здесь проклеено. Это все проклеено, сделано. Во-первых, ткань. Тоже термо. Я не помню сейчас, как это называется правильно. То есть ткань не просто так, ткань сделанная мебельная, супер мебельная, итальянцы отдыхают. Это все прошито, чтобы это все было красиво. Специально проклеены синтепон, да, это и есть синтепон, тонкий синтепон приклеен, чтобы это ничего, материал не ездил, чтобы здесь сохранялось тепло. Это не просто поролон, это с добавлением каких-то латексных содержимых, да, чтобы это все не проминалось, потому что поролон, он обычно проминается через несколько лет. Grasshopper Offroad. Это наше фирменное. Подарок, да? Вместе с этим. Это как бы подарок. Surprise, a single teardrop falling from your eye. I don't know why. Ну как? Все нормально. Когда подвеска заменится. Вполне приемлемо. Все берем. Можно прямо сейчас забирать холодильник с продуктами. Готовить вам. Началось.
То есть в ширину у нас метр 80.